Меня зовут Сычев Алексей Александрович, я генеральный директор группы компании «Мобиба». И здесь я представляю компанию «Роснар», которая является дочерней компанией группы «Мобиба». Мы производим палатки экспедиционные, всепогодные для эксплуатации как в арктическом климате, так и в климате ближневосточной пустыни. Обычные типовые армейские палатки – это каркас в виде железных либо деревянных конструкций и тент из брезента. Обычные военные палатки требуют особых условий хранения в вентилируемом помещении, иначе брезент просто сгниет. Нашу палатку можно собирать как угодно небрежно, сырую, сворачивать, она не сгниет, никак не повредится, абсолютно устойчива к ультрафиолету, сырости, грибку. И наши палатки отличаются тем, что они очень легкие. А это означает, что за один рейс вертолета можно забросить большое количество отапливаемого жилья в отдаленные районы. Можно сегодня эксплуатировать палатку в арктическом холоде, а завтра переместить ее в сирийскую пустыню либо заболоченную местность, где мошкара. И при этом палатка будет одинаково эффективно работать в этих условиях. Торцевые стены палаток можно менять на глухие стены, на москитные, либо убирать полностью. Здесь целый комплекс изобретений, запатентованных в наших изделиях, которые придают уникальные функции этим палаткам. Это палатки, грубо говоря, 22 века. Возможно, ничего лучше на сегодня нет, потому что сочетание такого веса небольшого и прочности достичь очень сложно. Это наш 15-летний опыт работы в этой области.